13-я выставка катеров и яхт «Владивосток Бот Шоу» снова встречает гостей на базе яхт-клуба «7 футов». Проведение ежегодных выставок стало традицией для нашего города. Где же еще, как не во Владивостоке, проводить такие особенные мероприятия? Это одно из моих любимых мероприятий весны. Но это же про Владивосток. Это про море, про паруса, про соленый ветер, про чаек. Это вот прямо одно из самых явных, самых морских, самых владивостокских мероприятий. Было бы здорово, чтобы формат только развивался. На выставке были представлены яркие и разнообразные водные объекты. Транспорт от самых простых до огромных моторных яхт, оборудование, материалы и аксессуары. Почему вы решили посетить данную выставку? Я только что прошел обучение на шкипера парусной яхты, и вот мне дали флаер, я решил его посетить. Оправдались ли ваши ожидания от данного мероприятия? Мне очень нравится все. Да, то есть тут очень хорошо представлено, то есть очень много разных катеров, то есть есть что посмотреть. Ну, мы живем в городе Владивостоке, соответственно, рядом море. Очень интересно посмотреть, что в этом году предлагают производители, продавцы. Катера, лодки, моторы. Взрослые дети нашли себе занятия по интересам. Пока взрослые восхищались разнообразием экспонатов, дети с удовольствием играли на обустроенных детских площадках. Посещаем уже систематически, 10 лет подряд, не пропускаем ни года. Оправдались ли ваши ожидания по данному мероприятию? Как обычно, конечно, новые новинки в мире яхтинга и знакомые лица, общение. Это Владивосток и лодки, это так же, как и Владивосток, и сопки, море, острова. Это, по-моему, часть Владивостока, это часть его культурного кода. Но мне очень интересно смотреть на те лодки, которые тут представлены, мне интересны новинки, интересны технические решения. Поэтому, я думаю, да, оправдались. Несмотря на то, что, скажем так, сложно вот так взять и купить лодку, да, новую особенно, она, в общем, дорогого удовольствия стоит, но это интересно. Я гость Владивостока, вот здесь апартаменты снимаю, увидел рекламу, потому что мне интересно впоследствии приобрести какую-нибудь яхту и путешествовать в море. Мне это нравится. Я сам из Башкирии, но планирую путешествовать на море в том числе. Был опыт такой, путешествовать на яхте. Гости наслаждались прекрасной погодой, теплым майским днем и солнцем. По улыбкам и настроению можно было понять, что для присутствующих это не только мероприятие, а праздник, который собрал целые семьи. А для участников выставки Владивосток Бот Шоу, информационно-рекламный холдинг «Дальневосточный медиа-центр», куда входит радио BBC, радио «Лема», 8-й телеканал, информационное агентство «Владньюз», «Приморье-24», газета «Владивосток», газета «7 дней в Приморье», журнал «Сады и огороды Приморья» приготовил особый подарок – сертификат на проведение рекламной кампании на всех ресурсах холдинга на сумму 50 тысяч рублей. Анна Дьякова, Тамара Чупахина, Денис Фадеев, Олег Завялов. Новости на 8-м.